Во Владивостоке прошел совет по вопросам развития и поддержки добровольчества. Участники доложили о предстоящих проектах в сфере волонтерства. Как отметила заместитель председателя правительства, министр культуры и архивного дела Приморья, добровольчество стремительно развивается и охватывает все больше сфер жизни. В 2023 году в Приморском крае волонтеры приняли участие, активное участие, в проведении масштабных мероприятий, Всероссийский форум малых городов и исторических поселений. 180 человек-волонтеров приняло участие. Восточный экономический форум, 650. День молодежи, Всероссийский форум молодых предпринимателей в окружной и окружной форум на волне. Также прошли мероприятия для волонтеров, такие как форум Приморского края «Море добра», ежегодный краевой конкурс «Волонтер года», выезды в муниципальное образование края. Также Елена Бронникова отметила самоотверженность приморских волонтеров, которые готовы прийти на помощь в любой ситуации. Волонтеры помогали в ликвидации последствий жителям, собрали и сортировали гуманитарную помощь, работали на пунктах выдачи. Волонтеры Приморского края в любой момент готовы прийти на помощь. Это показывает ситуация на борту самолета, когда волонтеры-медики ДВФУ, возвращаясь с Всемирного фестиваля молодежи, спасли жизнь человека. На совете по вопросам развития и поддержки добровольчества были озвучены грядущие мероприятия, цели и планы, а также обсуждены все спорные вопросы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.